Приветствую вас всех на моем канале. Мне сегодня повезло. От друзей поступило два ящика со всякими интересными вещами, с которыми я сейчас хочу с вами поделиться. Посмотрите, какие вот красивые. Вот шляпочка еще одна. Я уже одну показывала вам большую. Это поменьше. Вот это такой подсвечник с этими висюлечками. Вот эти бутылочки, они, конечно, такие современные атрибут, но его, когда на окно ставишь, и солнце светит, они так красиво, лучи проломляются через него, и такое чувство, что по всей квартире солнечный свет. У меня уже есть большие оранжевые, а эти маленькие очень хорошо впишутся на мой подоконник. Теперь вот такие подсвечники, ну такие красивые. Смотрите, я уже сюда... Ой, мой палец порезала. Я уже сюда надела это, поставила подсвечник на гвоздик там. И вот это что это? Не знаю, пластик или керамика. Но очень красиво, такой как будто воск, расплывчатый воск, да? Чудесно смотрится их парочка, посмотрите. Я вообще очень люблю подсвечники. И они, у меня их и очень много на все случаи жизни. Нет, надо подальше, чтобы они видны были. Вот так. Еще поближе. Вот. И вообще я очень люблю такой цвет. Оранжевый, солнечный, теплый. И это самое, как-то греет душу. Даже вот на шапке цветы. И те подходят, да? Ну, еще они мне подарили такой. Там была такая вот эта... Тоже из керамики. Ну, я думаю, ее можно это самое под что-то ставить. Всегда же что-то есть, что нужно бы куда-то поставить, чтобы меньше места занимало. И при том она очень красивая. Красный цвет тоже очень вписывается во всю эту гамму. Корзинка такая керамическая. Так. Теперь... Упса! Я всегда что-то уроню. Я уже показывала свое это стекло вазы синие. Но к ним еще теперь прибыла такая красивая синяя кошечка и медвежонок. Не знаю, тяжелая керамика, что ли, такая или стекло такое. Ну, они очень красиво смотрятся. Так. Еще там было вот такое произведение искусства. Это на облицовочной плиточке сделано. Смотрите, вот тут маком. Тут семя. Что это за семя? И тоже из какого-то семени сделано. В общем, все это сделано это чьими-то руками. И даже птички те сделаны самоделанные все. Ну, сразу и не догадаешься. Пока я тоже пока и разглядела, что это там еще и вот этот мак, я сразу потом... Смотрите, издалека. То есть ручной труд. Человек трудился над этим. Вот. Красота. Нет, у меня еще много хорошего. Значит, ага, вот сейчас покажу. Теперь у меня есть чем заняться. Там оказалось такое вот ожерелье, бусы. Но самое интересное еще из этикетки. Ни разу не ношенные. Притом Гэри Вебер, это дорогой магазин у нас. Ну, вот эти бусы большие такие, и ведь из них, и вот эти вставочные, они очень хорошо, они новые, их можно... Теперь я буду думать, с чем бы их скомпоновать, чтобы что-то сделать, переделать что-то. Вот видите, черные, серые, коричневые, бежевые, светло-коричневые. Они большие, это тут, через камеру это не видно, смотрите, какой большой камень, вот. Так. И вот такое еще. Тоже можно что-то еще с него придумать. А то у меня работа кончилась, мне надо что-то делать, а тут вот как раз поступило. Ну, это пластик. Ну,
оригинальное, современное, что-то можно из него сделать. Я буду над этим думать. Еще цепочка такая под серебро, очень красивая, хорошая, тоже в хорошем состоянии, новая. Ну, она там порвалась в одном месте, это я сделаю, соединю. Так, теперь я хотела вам показать. Значит, у меня, я вам уже одну такую вазу показывала, ажурную. И это, ну, я как-то ей не особо придала значения, но ажурная, ажурная, красивая, она мне нравится, она у меня давно. А теперь ко мне поступило еще две. Пошла в подвал бумагу выносить, а я говорила, у нас там стол стоит, кто что хочет, тут выставляет. Спустилась, значит, туда, стоят еще две разные такие вот. Вот такая конфетница. Вот эти. И я теперь зашла в интернет и прочитала, и там написано ажурные вазы, что это ручной работы, и это самое, они его выдувают каким-то образом. Ну, в общем, если кто-то что-то знает, напишите, пожалуйста. Я первый раз сталкиваюсь с этим, что это и как его делают. Но вообще-то ажурные вазы, так они и называются, но они мне очень нравятся. Они смотрятся прекрасно. Видите, тут рисунок. И в одном месте даже было написано выдувное стекло. Но я не думаю, что это стекло. Может, что-то не... Главное, ваза стоит такая ажурная, написано ручной работы, выдувное стекло. Это же не стекло. Вот, смотрите, такая чудесная вазочка. Очень хорошо смотрится. Вот она до пары, до моей вазы сейчас пришла. Будет у нас жить. Так, и такой подсвечник. Такой же рисуночек. Вот смотрите, большой такой подсвечник. Красивый. Все цвета слоновой кости. И это, видите, тут на ножке тоже такой рисунок. Главное, тут что было что-то наклеено, но кто-то... Значит, сорвали, и теперь ничего не могу о ней сказать, только могу надеяться, что кто-то напишет и расскажет, что это вообще такое, и как это делается, и, ну, в общем, в любом случае, очень красиво. Так, что же еще у меня от друзей, значит, такие вот картины. Эти картины... Они их делают из золотой фольги. Ну, видно же, что прям хорошо видно, что это золотом, ну, золотой фольгой, не, скажем, не чистым золотом, но фольга такая золотая. Я уже видела такие картины чудесные. Пейзаж там, домик, луна. Сейчас я покажу, чтобы сфокусировалось лучше. Наверное, подальше лучше. Ну, вот. Одна такая картина. И такая еще. Ой, такое чувство, что луна прям светит, и я там нахожусь. Вам так не кажется? Вот так немножко. Вот, посветлее, да? А вот так. Лучше смотрится, можно хорошо разглядеть. Деревья, домик, снег, вода. В общем, зимний пейзаж и так чудесно сделано. Очень хорошие, да, картины. Мне до того они нравятся. Ну вот, у меня еще, конечно, есть кое-что, но это в следующий раз. Поэтому я хочу сказать вам спасибо, кто смотрел. Заходите, смотрите, кому нравится, пишите, напишите мне про эти вазы, если вам не трудно. Всего вам хорошего. Пока-пока.